Подарки к праздникам и товары повседневного спроса. В Курске снова проходит ярмарка распродажи продукции из России, Украины и Белоруссии. Одежда, текстиль, обувь, продукты питания. С богатым ассортиментом познакомилась и наша съемочная группа. Для тех, кто привез на ярмарку самый разный товар, даже метель и холод не преграда. Остро актуальная в таких условиях продукция – дубленки, теплые и стильные. Голографическим рисунком, ну, новая технология, как везде сейчас все, облегченная называется. По моде, современные дизайны сейчас, так что все very well. Новый год уже близко, приобрести праздничный конфетный набор или просто побаловать себя сладостями курянам предложили белорусские кондитеры. Сделано по советским ГОСТам, все качественно, добротно, никаких добавок, сои. Погода не остановила и курян. Они с удовольствием пришли на встречу с уже знакомыми предпринимателями. Очень много хороших товаров и приемлемые цены. Удобно, конечно. Нам нравится ярмарка. Мы почти каждый раз бываем на ярмарке. В Курске ярмарка будет работать до конца недели, а вернется она уже в следующем году. Антон Исюков, Владимир Придворов, телеканал «7».